Теперь в Крымске не будет перебоев с электроэнергией. 16 тысяч абонентов города подключили на новую линию Крымской подстанции. Бригада врезает в основную линию, ту часть линии, которая была у нас реконструирована в городе Крымске, что повлечет за собой увеличение качества подачи электроснабжения в городе Крымске. Подключение новой линии – это значимое событие для четверти города. Она не ремонтировалась в течение 30 лет. Теперь линия полностью реконструирована. Линия построена изолированным проводом, что увлечет за собой увеличение качества и также ветровые нагрузки и все остальное для меньшей аварийности. Это была одна линия, которая питала город Крымск. Конечные точки, то бишь говоря, в конце линии, которые питались от этой линии, уровень напряжения более был низкий. Сейчас у нас получается две линии, они закольцованы. И сделано кольцо, что влечет, напряжение будет везде нормально. Масштабные работы велись в течение года в рамках инвестиционной программы, которую реализовывали филиал акционерного общества «Неско Электросети», «Крымская электросеть» и городская администрация. Специалисты установили новые электроопоры, заменили трансформаторы, построили новую подстанцию. Старый провод заменен на новый.